Жители Твери за последние 7 месяцев стали больше экономить, сообщает телеканал «Панорама ТВ», входящий в медиахолдинг «Тверской проспект» со ссылкой на сайт «Суперджоп». Число сторонников стратегии «Тратить больше» с марта в Твери снизилось более чем на треть. Изменилась ли финансовая стратегия горожан с марта 2022 года и на чем именно экономят жители Верхневолжья? Подробности прямо сейчас. Рассказывая о личной финансовой стратегии, 44% жителей Твери признали, что с начала специальной военной операции стараются больше экономить. 8% наоборот – больше тратить. А 32% жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию. Мы вышли на главную улицу города и спросили у тверичан, на чем именно они экономят. Вы экономите сейчас на чем-нибудь? Нет. Вообще ни на чем? Нет. На одежде сейчас, да. Поменьше покуплю. Куплю там одежду всякие, да. А на продуктах не экономите? Ну, что буду кушать тогда, если буду экономить тоже на продукты. Но стараюсь тоже сэкономить немного, да. Да. А на чем именно? На всем, на связи, на продуктах, на одежде. Вы экономите сейчас как-нибудь? Обязательно. Ни на чем нельзя экономить. Если в чем-то не нуждаешься, надо покупать. Разве, ну, пустяки. Все. Это на одежду экономите как-то? Да, конечно, потому что мы переехали, мы вообще не отсюда. Стараюсь, да, чтобы были деньги в запасе. А почему это сейчас важно? Ну, потому что непонятно, что происходит в стране, что будет, и лучше иметь какой-то запас. Пенсии платят вовремя, вот, все нормально, немножко помогают дети, а потом... Вы знаете, в принципе, человеку не так уж много надо. Все остальное – это, сами понимаете, блажь, чуть-чуть, и все, так что все в порядке. В принципе, всегда экономим. А почему? Ну, потому что у меня трое детей, младший с инвалидностью, поэтому экономим. Приходится. Результаты опроса показали, что сложившаяся политико-экономическая ситуация внесла заметные коррективы в потребительское поведение россиян, которые стали более вдумчиво относиться к собственным расходам, в особенности это коснулось покупок новой одежды.